одним из завершающих моментов будет распаковка покупки Тиффани. Так, чек, такой паспорт мини. Сама коробочка. Красота. Смотрим. Смешная ситуация получилась из-за того, что я надеялась найти обычную подвеску, такую классическую, в размере мини, но, как оказалось, у них осталась только такая одна и с малюсенькой, с малюсеньким таким бриллиантом. Обычных, оказывается, не осталось, поэтому я, получается, надеялась на другое, а получилось еще лучше, но в два раза дороже получается с бриллиантом, но очень красиво, конечно. Итого, мое приобретение выглядит как-то так. Там есть вариант без бирюзовой части, просто в таком серебристом исполнении, просто обычное такое сердечко, и есть еще в розовом исполнении. Но я думаю, бирюзовая прямо для Тиффани и для первого раза просто идеально. Я с 5 часов утра, с 3 часов утра собиралась в аэропорт, сейчас 5:17. Уже устала, чувствую, какой уставший приеду домой. Кажется, шопинг удался, хотя шопинг вообще не планировали. Случайно зашла, затерялась. Вся моя надеюсь, меня пропустят самолет с таким количеством вещей. Мне еще водичку дали. Это просто, в общем, я не успеваю уже ни поесть, ни водичку попить. В общем, спешу, спешу, спешу. У меня еще никогда не было столько пакетиков. Потому что не потому что реально так много.
Эти кроссовки выполнены в стиле dirty sneakers, то есть они как будто бы грязные изначально. За этими парами я наблюдала очень долго, так скажем, мечтала о них давно, и очень рада, что в Дубае, в этом городе, я нашла свой размер, ну и, в принципе, очень хороший подарок. К моему состоянию им средне прям подходит выражение или фраза. Если бы вы знали, как я сейчас уставшая, вы бы заплакали. Да, прямо вот уставшее состояние, но через силу я смогла встать и собрать вещи, точнее распаковать и даже показать подарочки. Телефон что-то тупит, перегрелся. Сейчас ко мне подружка приехала. Она заказала кучу-кучу вещей себе. Я очень довольна поездкой, прямо 1000 из 1000 из 10. Всем спасибо, что смотрели мои влоги. Натянутый какой-то рассказ получается. В общем, благодарю за просмотр. Спасибо, что были со мной.